Вот сегодня 1 октября. Мы из Шарчина едем, что ж потеряете там движение какое-то, Игорь. А вот размонтируют, шлагбаум убирают. Польская граница. Вот оно как. И вот она машина идет. Там дороги-то никакой нету. Все. Садимся. Сегодня у нас 1 октября 2015 года. Вот приехал Игнатий Иванович Шарчина. С Сергеем ездили Попковым. Привезли доски для слива, чтобы слив делать. Там он работает, Игорь Барабаш, на своем комбайне. Оля. Доброе утро! Вот Никита идет, брат. Сарайка моя! Центр имени Ленина. Не так, как просто вот эти вот кисти. Нет, вот такой нет. Давай лучше на это. Как бы нам их не сломать? А это ты для себя или для кого? Это для себя, да. А я-то думал, на слив привезли. Знаешь что, подожди, стой. А я-то думал, для сливов это. Я его, Леша, это брали с собой поить. Леша, я твою оставляю здесь. Хорошо. Тихо, стоп, это не у вас самосвал, он работает, как сваливает? Дело в том, что он в двух местах у нас совсем понемногу. Мы зайдем, а потом сюда хлобысите и все. На бок валит направо. Мы так и подумали, лучше сделать. А это ребята за нами поедут следом. Сережа на машине помог. А я смотрю, Шаков-то выехал, у вас нету. Я говорю, то ли заблудились. Нет, не заблудились, там задержка была, мы чулки. Ну, после поняли. Мы когда ехали, они на дороге лежали. Ну, а я их объехал вот так. Ну, вот. Это его уронили. Прям посреди дороги лежали. Три ряда. Я даже подумал, что специально кто положил, чтобы опасность такая. Тогда я с вами в кабинке пойду. А ты с ним вперед. Сейчас езжайте на этот, на Костровый. О, едет. Вот Игорь-то едет. Павлов дом-то комментирует то, что Сергей Пятица покажет. Подожди, не ходи.
Игорь Парабаш проехал. Там, видимо, другие убирают. Сейчас едем с шофером, я еду в кабинке, а ты с ними поедешь в это. Я на велосипеде. Ты на велосипеде. И оттуда мы сразу едем на дамбу. На дамбу. Ты велосипед оставишь, ты поедешь с ними в машине. Угу. Сейчас мы едем на Костровый. На Костровый. Потом мимо Игоря проезжаем вниз и на дамбу заезжаем. На эту, на дорогу бывшую. Мимо какого Игоря? Ну и Игоря какого? Барабаша. Мы выезжаем на нашу дорогу, которую делаем. По ней поворачиваем тогда на ту дорогу и там сбрасываем. По мелочи. А назад идем, все остальное он свалит. На лагерь. Вот сейчас на лагерь, потом, то есть оттуда. На конце на лагерь, да? На перед. Давай сюда ко мне его. Костровый, потом лагерки, лагерный, потом батюшки. Так. Все. Так, Леша, возьми один брусок, скинь себе. Если у меня не будет хватать, я опять утащу его. А, да не надо. Забери тогда, забери. Я не могу посчитать. Я на 4-метровый считал, они 6-метровый сделали. Не надо, не надо. Мне легче тогда у тебя взять, чем там бросать. Вот убирают второй шлагбаум, а тут пшеницу разгружают, а тут тот самый шофер приехал за нами. Вот Леша приехал, тут разгружает дорогу, кто-то разронял чурки, а он вот чурки эти выносит. Вот она, видишь, сейчас шофер. Подождите маленько. Дорогой. Чурки нашли. Сережа тут трудится. Да, дорогой. Чурки нашли. Ой. Ну все.